Сегодня на нашем канале мы расскажем об интересных случаях. Всегда ли змея бывает победителем схватки? А ли змея против дракона? Большая змея напала первой, но сразу же получила ответный укус. Эта ящерица сражается буквально за свою жизнь. Она буквально вцепилась ей в голову, чтобы не дать себя укусить. Драконы питаются насекомыми и личинками, но главная их особенность – умение лазить по абсолютно ровным поверхностям. И это благодаря ворсинкам, которые есть на лапах у дракона, которые незаметны человеческому глазу. Благодаря этим ворсинкам они и обладают такими супервозможностями. Схватка длилась очень долго, но, к сожалению, на дракона подействовал яд змеи, и она умело этим воспользовалась и проглотила беднягу. Вот так, к сожалению, и побеждает сильнейший в природе. Черепаха против змеи. Эти животные очень часто встречаются в дикой природе, так что схватки между ними неизбежны. Они оба представители пресмыкающихся. И сейчас вы увидите несколько смертельных битв с их участием. Острые челюсти черепахи спроектированы для мощных укусов. Грифовая черепаха может откусить даже палец человеку. И что уж говорить о какой-то змее. У змеи, однако, ядовитые зубы. Но рассматривать черепаху в виде добычи она никогда не станет. А вот черепаха не против полакомиться такой добычей. Ведь черепахи, когда голодные, могут затащить под воду даже голубя. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и приходите к нам снова на канал.